выходной день, 10 часов вечера, 26-й километр Можайского шоссе. Место выезда из города Одинцово в регион. Разводящий ставит задачу перед личным составом. Личный состав. Сегодня проводим профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» с соблюдением законности приступить к несению службы. С одинцовскими офицерами в рейд вышли инспекторы 10-го батальона 1-го полка ДПС «Северный». Добрый вечер, здравствуйте, 10-й батальон ДПС «Муравьев». Документы ваши, пожалуйста, «Нетрезвый». Проводится операция «Нетрезвый водитель», поэтому ведется видеофиксация нашего общения с вами. Привет. Так и должно быть, все прекрасно, хорошо. Сейчас. Давайте поглядим, что имеется. Водителям традиционно напомнили о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения. На память вручили информационную брошюру «Профилактика. Основа безопасности». Сегодня мы проводим профилактический рейд «Нетрезвый водитель», направленный на снижение аварийности путем выявления административных правонарушений водителями управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. Всего в рейде участвовало 6 экипажей. Массовая проверка, на то и массовая, что инспекторы готовы к любому развитию событий. Хорошо себя чувствуете? Все в порядке? Я на работе. Курьер. А, курьером работаете. Что вы? Ну все, Тимур Вячеславович, всего доброго, хорошей ночи. Вечера вам. Вам хороших заказов. Спасибо огромное. Осталось 3 и все, смена кончилась. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Рейд длился около 2 часов. Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции 10-го батальона проверили около 200 авто. Ни одного водителя в состоянии опьянения не выявлено. И это тоже результат. Значит, принимаемые ими меры работают. Тимур Гайсин, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».